Всем привет, с вами Джампу Макс, и в этом видео я вам расскажу про еще два способа стрима на YouTube с консоли Xbox One. Дело в том, что на консоли Xbox One просто нет функции стрима на YouTube, и стримы ограничиваются лишь миксером и твичом. Около года назад я нашел способ, как можно вести трансляцию на YouTube, но он слишком муторный и сложный, ибо делается он через комп. И вот на днях один из моих подписчиков нашел новый, более удобный способ стрима на YouTube. Этого подписчика зовут Сарамат, и именно он нашел этот способ, за это ему огромное спасибо. Кстати, у него есть канал на игровую тематику, поэтому обязательно подписывайтесь на его канал. Ссылка на канал будет в описании. Итак, для данного способа нам понадобится лишь аккаунт на Mixer и на YouTube. Кстати, при помощи этого способа можно стримить и на Twitch, и на Facebook. Переходим на данный ресурс. Сразу предупреждаю, что за данный ресурс я не ручаюсь, и на мой взгляд он вселяет какое-то недоверие, и хрен знает почему. Я проверял, все работает, но опять же, с этим нужно быть аккуратным. Кто также не доверяет таким ресурсам, я в конце видео расскажу про еще один способ стрима на YouTube. В общем, логинимся под вашим аккаунтом. Ссылка на ресурс будет в описании. И вставляем сюда ключ вашего потока с вашего YouTube канала. Он будет находиться в разделе прямых трансляций, вот где-то тут. Теперь, для того чтобы стрим начался, с консоли Xbox мы просто включаем стрим на миксер и нажимаем «Готово» на данном ресурсе. И, конечно же, транслируем. Суть в том, что данный ресурс является соединительным звеном, который дает возможность вашего потока транслировать еще на два потока. В данном способе, по сути, нет минусов, за исключением сомнения ресурсов и очень большой задержки на YouTube, но качество будет 1080p. Второй способ заключается в трансляции на YouTube через телефон. Скачиваем два приложения, а именно миксер и YouTube Gaming. Логинимся под своими аккаунтами и запускаем стрим на миксере, на консоли Xbox. После включаем приложение YouTube Gaming, нажимаем на прямую трансляцию и выбираем приложение Mixer. Настраиваем стрим как вам угодно, находим на миксере свою трансляцию и начинаем стримить. Данный способ хоть и позволяет вам стримить, но стрим будет всего лишь в 720p. И во время стрима не будет слышно вашу команду, так как микро будет идти через телефон. Кстати, к данным способам можно применить способ оформления, о котором я рассказывал в недавнем видео. То есть, делая оформление для канала на миксере, оно переходит сразу и на другие сервисы, так как исток стрима идет именно с миксера. Несмотря на эти способы, будем надеяться, что Microsoft все-таки когда-нибудь сделает официальную возможность трансляции на YouTube. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, для того чтобы об этом способе узнало как можно больше человек. Также не забывай ставить лайки и подписываться на канал, если видео вам понравилось. Спасибо за просмотр, до новых встреч!